Степа, Степа, иди рыбку на, иди рыбочку возьми. Хороший мой Степа, иди. Степан вальяжно идет за любимым лакомством – рыбкой. Весит такой бочоночек – 20 килограммов. 81-летняя хозяйка уже не может поднять своего питомца. Вместе они живут душа в душу 12 лет. Валентина Селищева говорит, что не перекармливает Степу. Причина лишнего веса – коварная генетика. Это такой его, как отец был такой большой. А в общем, я кормлю всех одинаково. Эти у меня маленькие кисочки, обыкновенные. А эта порода такая у меня две. Вот Степа и Лиза. Очень большие, крупные, тяжелые. А едят они очень мало. Если вот пачечку такую вот, они на двоих. Лиза и Степа на двоих пачечку одну мало едят. Хозяйка говорит, что Степан невероятно добрый и ласковый. Его аппетитные формы обожает весь двор. Его узнают. Люди идут и просят меня, Степу нам то к окошку, то погладить. С детьми идут. Все знают тут, все его просят, чтобы вывести. Пушистые телеса Степана недавно увидела вся страна. Сюжет о бийском коте показали на федеральном канале. Теперь он герой мемов в соцсетях и гордость двора. Но кажется, Степу больше интересует рыбка, чем все это внимание. Кстати, рыбку он уже доел, а значит, можно возвращаться домой. Ирина Корчагина, Евгений Андреев. День с толком.